Итак, всем привет! Видео очень обрадует владельцев маков на Apple Silicon. Раньше мы использовали бесконечный триальный период, чтобы пользоваться параллельным декстом. Запускали PDRunner, есть такая утилитка на GitHub, и обходили окно пробной версии и пользовались виртуальной машиной. Сейчас это уже не нужно. Все файлы будут в Telegram. Пробуем ставить виртуальную машину. Открываем образ, жмем установить, открыть. Так, принять. Вводим наш пароль от системы. Даем разрешение на папки, на все. Потом мы это закрываем и открываем эту папку. Зажимаем Ctrl, нажимаем открыть. Опять же, вводим свой пароль. Закрываем теперь терминал. И запускаем виртуальную машину. Выбираем Windows 11. Какую мы хотим поставить? Давайте поставим Pro. Давайте Pro. Готово. Установить Windows. И подождем. Параллелька у нас должна быть активирована. Центр управления. Да, активирован. Также этот способ работает с активацией параллельки с официального сайта. Но с официального сайта почему-то не скачивается сейчас. Видимо, из-за санкций нельзя скачать. Если мы зайдем на сайт виртуальной машины, давайте. Пропадают кнопки вот скачать. Они там есть, но они пропадают. Ожидаем. Видите, купить не написано. Тут обычно купить. Давайте дождемся установки операционки на виртуальную машину. Давайте сделаем во весь экран. Давайте активируем операционку. Сначала войдем в учетную запись Microsoft. Давайте учетная запись. По-моему, ваши данные. Да, войти вместо этого с учетной записью Microsoft. Сейчас я введу, и мы продолжим дальше. А теперь давайте активируем систему. Теперь не нужно откатывать время назад, чтобы пользоваться виртуальной машиной. Все, теперь давайте проверим. И зайдем программу предварительной оценки Windows. С первого раза у нас может не получиться. Да, закрываем. Входим в систему. Еще раз все проверяем. Активация у нас активна. А системе надо будет обновление поставить. Последнее. Зайдем в программу Windows Insider. Все активно. Вот таким образом довольно без проблем мы можем пользоваться виртуальной машиной. Обновления ставятся все, в
том числе канала Бета и канала Dev, так как здесь есть виртуальный TPM. По настройке виртуальной машины, по настройке вы уже здесь сами. Вот таким образом можно пользоваться виртуальной машиной. Лайк, подписка, комментарий. Подписывайтесь в телеграм-канал. Все будет в телеграм-канале. Всем пока!